Здорово, звуканутые! Это очередной ролик про то, как зарабатывать деньги на музыке, и один из способов это делать ремиксы. Сегодня вкратце про это расскажу. Также расскажу про ремикс-компетишн, который устраивают пендулом. Что такое ремиксы? Ремикс — это другой взгляд на оригинальную песню. Вот, допустим, Филипп Киркоров записал песню... Не знаю название песен Филиппа Киркорова. Так вот, в общем, артист записал песню, да, и вот так как она не предназначена изначально для клуба, кто-то взял и сделал клубную версию этой песни, то есть ремикс, и тем самым мог заработать на этом денег. Вот. Многие артисты строят свою карьеру, делая ремиксы, либо они начинают свою карьеру, делая ремиксы. Лично я делаю ремиксы на композиции, которые мне нравятся. Я пишу артисту, прошу прислать мне вокал, и начинаю работать, и все. Вот иногда обращаются ко мне за ремиксом, но, естественно, когда обращаются ко мне, это уже тот самый случай, когда можно заработать денег. Так, например, я выпустил трек на одном английском лейбле, и Джон Би написал мне, говорит, я хочу ремикс вот в таком же стиле, как вот этот вот трек. Точнее, не в таком стиле, а вот в таком же звучании. То есть, открой конкретно этот проект, узнал, что он хотел, открой конкретно этот проект, и сделай мне все то же самое, ну, из этих же звуков, точнее, сделай мне из этих же звуков дабстеп. Я говорю, да, все хорошо, не вопрос. И вот я сидел, писал, и в итоге написал ему ремикс на трек Light Speed. Вот, легкие спиды. Чем вообще ремиксы хороши? Это если, например, ты начинающий артист. Я лично не особо такой любитель коммерции. Вот, но, тем не менее, я поделюсь парой ходов, которые, мне кажется, безотказно должны работать. Это когда выходит какая-то популярная песня, и все начинают, там, кому не лень, клепать на нее ремиксы. Там, это легко... Наверное, достаточно просто зайти в YouTube тренды, посмотреть, что самое интересное, либо зайти на какую-нибудь радиостанцию, послушать, что там в первых рядах, брать эту песню и спокойно клепать из нее ремикс. Вот, либо это можно сделать как на просто там, нарезав дорожку оригинального трека. Но самый лучший способ это, естественно, обращаться к артисту, просить разрешения на ремикс, потому что это также и возможность выпустить песню. Фишка в том, что искать-то будут по оригинальной песне. Если понравится ваш ремикс, естественно, ваш трек выйдет там куда-то в топ. Но я это не практикую. Для артиста, который как раз-таки дает свой трек на ремикс, это тоже очень большой плюс, потому что можно таким образом расширить свою аудиторию за счет аудитории других артистов, которые делают на конкретный трек ремикс. Мне даже больше интересно не столько получить аудиторию других артистов, сколько услышать новый взгляд на свою композицию. Вот я, например, сделал ремикс Competition на Drown. Я услышал, как драун мог бы звучать, если бы его делал кто-то другой. Я просто слил вокал в интернет, сделал конкурс, и люди начали присылать свои работы. Вот, и да, и это интересный опыт. Ты слушаешь свой трек новыми ушами, ты не всегда знаешь, что там может быть, если это не по какой-то там структуре написанная композиция. В общем, это интересно, и вам рекомендую. Как зарабатывать на этом? Просто... Пишите, для начала, мне кажется, надо писать ремиксы бесплатно, пока набьешь руку, либо если ты профессиональный продюсер, то в любом случае тебе нужно показать несколько работ тому, чей трек ты хочешь замиксовать. Но когда ты обращаешься сам, знай то, что, скорее всего, тебе не заплатят, потому что ты сам обращаешься, это твоя инициатива. Если ты хочешь, чтобы обращались к тебе, то имей крутое портфолио с ремиксами, чтобы люди могли с тобой связаться и написать тебе, и сразу же, то есть, говорю, типа, вот я хочу ремикс от DJ Super Goose.
и диджей-супергусь сразу же озвучивает цену, человек говорит, да, либо нет, и, то есть, оплата работы. Чтобы построить портфолио, пишите артистам, либо просто делайте ремиксы, и я уверен, что если у вас это хорошо получается, то у вас обязательно, к вам обязательно будут обращаться люди за, слушай, а я хочу вот такую вот версию своего трека, либо вот я хочу сделать, чтобы ты сделал так, как ты умеешь делать лучше всего. Это определенно схема рабочая. Сейчас конкретно проходит ремикс-компетишн у Pendulum на трек «Гранит». Он заканчивается, прием треков заканчивается в начале октября. Я оставлю ссылки в описании, где можно будет пройти, попасть на страницу ремикс-компетишна. Очень рекомендую поучаствовать в этом ремиксе. Не рекомендую пытаться сделать какие-то стили, которые уже есть. Старайтесь быть экспериментальными, потому что я думаю, что все-таки Pendulum ребята креативные. Хоть многие стараются писать то, что в тренде, либо как-то попасть там в звук артиста, старайтесь быть собой. Это гораздо важнее, гораздо интереснее для тех, кто устраивает эти компетишены. Они не ищут там то, что может сделать, да неважно кто. Они ищут что-то новенькое, я больше чем уверен. Вот, и там, конечно же, очень крутые призы, поэтому я надеюсь, кому-то из вас повезет. Я очень желаю вам удачи. Я сам, скорее всего, поучаствую в этом ремикс-компетишене, потому что мне интересно, что вообще может получиться с того, с чем я не хотел бы работать. Я не хотел бы, например, работать с этим вокалом, который там есть, но мне реально вот интересно, что может получиться, куда это меня, куда я смогу взять этот трек, куда я смогу его, куда я смогу увести. Смогу ли я создать новое настроение или там придумать какую-то новую историю музыкой. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. И удачи вам! Оставайтесь звуканутыми!